Здравствуйте, приветствую вас на моем канале. Хочу вам предложить пошить жилет на мальчика. Рост мальчика 1,10 м. Как видите, жилетка у нас идет с выточками спереди и по спинке. По спинке у нас будет еще идти такой как поясочек, который будет приталивать, чтобы лежала она по силуэту более красиво. Впереди можно сделать карманчики как обманчики, так и карманчики прорезные. То есть это уже по желанию и по вашему умению. Вот я начертила. Здесь у меня идет чертеж. Идет по этой линии 44 сантиметра, как вы видите, это идет спинка. Здесь у меня показано расстояние до линии груди. И чуть дальше у меня показано расстояние до линии талии. Остальные размеры, я думаю, ну, вы разберетесь. Если будут какие-то вопросы, можете спрашивать, я вам отвечу. Теперь будем делать выкройку уже на ткани по вот этому лекалу. Я его уже сделала. Сейчас мы переходим к ткани. Первое, на что нужно обратить внимание, это идет спинка наша. Вот здесь идет линия сгиба. Видите, ткань здесь сложена вдвое, лицо к лицу. По изнаночной стороне мы прикрепляем булавочками, обрисовываем мелом и будем вырезать. Также хочу обратить ваше внимание, вот видите, где низ идет. У меня по переду идет длина меньше, сзади у меня длина больше. Точно так же и по выкройке, вот где пунктир, это будет подгиб. Вот он, я вам покажу его. Когда будет готовом изделии, он будет у нас подгибаться и пришиваться с этой частью. А вперед мы будем делать с подкладочкой. Ну, вот так вот раскладывайте и вырезайте. Надеюсь, видео по выкройке жилета вам было полезным. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь, кто хочет. В следующем видео будет детальный пошив этой жилетки. Пока!